У нас тут фотосессия. Они еще и не по-английски говорят. Это оказались французы. А я как чувствовал, не по-английски говорят. Но у нас, друзья, тут своя тусовка. Смотрите, у нас трое деток. Так, сейчас всех покажем. Представляйтесь. Давай, как зовут? Стася. Даша. Молодец. Стася. Стася. Окей. Стася. Давай. Егор. Егор. А что это? Специально? Специально выпендрится. Так. Ян. Ян. Мамка у нас. Олеся. Вот. И отец семейства. Стас. Пошли. Свой мальчик, девочка. Да. Это у нас гости канала. Мы с ними сегодня в Санта-Крус. Часочек погуляем. Ребята едут из Сан-Дииго, проезжают в Сан-Диего, где они сейчас проживают. Так, пошли. Они там проживают. А то есть можно сказать про вас, что вы люди, которые попали в Америку через ИПАМ. Правильно? Изначально через ваши курсы, из желания получить профессию в IT, а потом, да, в итоге приехали с помощью ИПАМа. Да, значит, сначала у нас Стас смотрел наш курс бесплатно, я тебя с той стороны стану. И нашел работу в Питере. Потом участвовал зачем-то в нашем онлайновом курсе на английском языке. Да. Зачем участвовал? Наверное, потому что хотелось иметь возможность какое-то ваше внимание получить. Понял. И там, консультацию по поводу резюме. Вот, и там после бесплатного курса совесть не позволяла этого сделать. Так. Окей. Значит, и дальше он пошел на работу в контору, которую потом купил ИПАМ. Все правильно. Вот, а потом ИПАМ их сразу и куда-то и отправил. В Бостон. В Бостон. А образование какое у вас? Образование в телекоммуникациях. Бос Бруевич? Бос Бруевич. А, так мы еще и коллеги. Так. Вот. Вы по какой связи? Я по аудиовизуальной технике. Это что ж такое? Это системы видео, аудиозаписи. А есть такая специальность сейчас? Да. Вы тут связи? Специальная, да. 201-400, по-моему, у меня номер. Надо же, в наше время не было. Там факультет даже переименовали, он теперь мультимедийных технологий. Так вы теперь, вы тестируете вручную или автоматизируете? Я как приехал, тестирование оказалось не нужно, к сожалению. Так, и что же вы делаете? Меня сделали бизнес-аналитика. Понял, ну это близко. Да. То есть вы пишете requirements для разных там задач? Да. Хорошо. Ну что же, вы можете сказать пример человека, который смотрит наш канал внимательно. Это так и есть. Да, ну что же. Вот как ребята решили спуститься. Так, я спускаюсь. Они самостоятельные. Ставят перед фактом. Да. Я вот, друзья, впервые видел, как Олеся вела двумя руками троих через дорогу. Да, это... Приходится, когда их трое, а когда маленькие еще куда-то... Ну, ты знаешь, Свет, я не ожидал. Я думаю, я третьего вот я подхвачу. Нет, я думал, что они как-то в цепочку выстроятся, да? Нет, цепочку? Ну, цепочку ты чего? Нет, так нет надежности, да, когда они сами друг друга... Нет, ну она двух взяла, я думаю, третий-то болтается, я возьму. А смотри, она его подхватила, знаешь? Такое зрелище невероятное. Так много деток, они все какие-то голубоглазые. И, в общем, совершенно... потрясающие, беленькие, прям, можно сказать, американские, хотя они не так давно в Америке. И, значит, Стас по визе L1, соответственно, значит, супруга его могла бы работать со своей L2, но у нее трое деток, она пока вот ими занимается. И я не знаю, им делают грин-карту? А, сейчас мы вот просим. А грин-карту вам уже делают или еще нет? Уже можно? В процессе. А сколько процесс занимает, известно? Ну, индивидуальный, в среднем где-то 1.5-2 года, наверное, с самого начала. И вы уже сколько в нем? У нас сейчас должен последний этап начаться, когда уже идет заявка именно на иммиграционный статус. Угу. Ну, то есть из этих 1.5-2 лет вы уже там сколько-то в процессе? Ну, осталось еще, да, где-то месяцев, наверное, 7-8-9. А, то есть вы совсем близко. Да. Слушайте, а вот политика компании, потому что у нас все время ребята спрашивают на канале, там дискуссии идут, что вот ИПАМ, везет ли вообще ИПАМ, по каким визам везет ИПАМ. Некоторые говорят, что сейчас вообще не хотят компании возить по визе L, потому что, по визе H, потому что люди убегают, поэтому они везут по L, чтобы не доплачивать, там еще что-то. Вот такие разговоры идут, и неизвестно там, как скоро они делают эту грин-карту. Вот
реально, вот в реальных условиях, как бы нет проблем с тем, чтобы компания сказала, да, будем делать грин-карту? Или они говорят, вот поработаешь год. Сразу можно обсудить прямо во время интервью, потому что это достаточно открытый вопрос. Ага. И это как часть бенефитов. То есть компания с огромным представительством за рубежом, там в ОПАМе сейчас филиалы там, от Сингапура до Гвадалахары, то есть там по всему шару земному. В Индии недавно огромное представительство появилось. И при найме на работу, это открытый вопрос, да, я хочу работать у вас, потому что есть возможность попасть в международный проект. То есть все по-честному в лоб. Да, там, и дальше уже внутри компании можно поехать либо в Азию, либо в Европу, либо в Штаты, кто куда хочет. Ну что же, отлично, отлично. То есть хорошо знать, что как бы по-честному договорились, и так оно все и происходит. Да, и это в части бенефитов, и внутри компании сотрудников поощряют приглашать людей. Там есть такой лозунг, вы определяете, с кем вы будете работать в будущем. Да. То есть рекомендации приветствуются, и инженеров, и много специальностей не хватает на проектах, то есть людей набирают активно. Я буквально пару дней назад вел трансляцию там в YouTube, и человек говорит, я, говорит, в ИПАМ не пойду работать. Его, правда, не знал никто, но он говорит, я не пойду. Я им написал имейл и спросил, можно ли через них уехать, значит, в Америку. Так мне никто не ответил. Это хороший подход. А что он должен был бы сделать, вот если бы он правильно поступал? Мог посмотреть открытые вакансии на сайте и послать свое резюме на одну из вакансий уже во время интервью, если все хорошо, обсудить возможность перевода в какой-то из офисов. Понял. То есть не надо заранее спрашивать, а можно в принципе через нас? Да, то я к вам не пойду, да. Наверное, не получится. Мужик крабов ловит. Так, давай посмотрим, покажем, чтобы зрители наши видели крабов. Вот. Вот крабы. У него два краба. У него такая серьезная была приманка для них. Егор. Да. С креветками. С креветками. Вот. Это у него, значит, наживка, наверное. Вот, друзья, собачка здоровенная, мохнатая такая. Это девочка не из наших, это там отдельно. Хорошая собака. Вот наш молодой человек идет спросить, можно ли погладить собачку. Ему говорят, наверное, можно. Можно погладить. Так. Пошли собачку гладить. Друзья, собак привели на водопой. Их три тут, и вон там две. Это на самом деле разные хозяева, они просто иногда вместе любят погулять. А, да. Да. А что, магенький? Олесь, мягенький? Такие прекрасные. Так. Тут еще набежали на наших собачек. Смотри, вот они все. Гладят. Да, у Олеси самой здоровенная собачища. Бернский зенинхунд по-русски. Какой? Бернский зенинхунд по-русски и бернис маунтин дог по-английски. Да. Вот он, океан-то тихий. Ну, надо сказать, что не очень шумный он тут, не очень бурный. 13 лет она у нас. Вот ты какие хорошие. Это лошадка, да? Это такой коняшка такая. Ой, господи. Ой, тягуть, они играются. Они игруны такие. Мама родная. Такой язык, так он болтает. А тут габариты, конечно, отличаются. Отличаются габариты.
Говорят, они сейчас прыгнут оттуда. Это не будет первый, кто прыгнул. Но они не к нам на камни вот сюда прыгнут, а куда-то туда, где вода. Посмотрел. Не стал прыгать-то. Первого запустили, чтобы дно проверить. Уже до этого тоже будет. Немножко сгонится и все. И давай. Ну, долго готовится, прям как. А он там вылезает. А-а-а. Да ну, ребята, нафиг, пойдемте. Не надо. Там вылезает один, это правда. Ой, они как-то все сразу спрыгнули. Ну что же, друзья, гости наши едут дальше в домой. Сан-Диего. У вас тут 4 ярлыка, да, написано «My child is a superstar». Нет, «My child is a...» Чего? My child is a superstar. Суперстар. А почему 4? У вас детей только 3. Девочка 2 раза заработала. Да ты что? Да, за что тебе дали-то? Я хорошо вела себя в одном месяце в школе. Понял. Я тебе расскажу случай. У меня был приятель в школе. Значит, он себя плохо вел иногда на уроках. И однажды учительница ему в дневнике... Знаешь, какой дневник? Угу. Вот она ему в дневнике написала: плохо вел себя на уроке русского языка. А его родители ругали за всякие его проступки. И он как-то переживал по этому поводу. И он взял и написал: не плохо вел себя на уроке русского языка. И родители ничего не заметили. А заметила учительница, когда в следующий раз взяла его дневник, очень ругалась. Вот. Так что ты неплохо себя вела целый месяц, да? Вот. А могла бы, конечно, и не вести себя так, правда? Да. Так, друзья, у нас подарки. Да, гостинцы. Из кафе. Значит, это из Сан-Франциско, из русского кафе. Да, посоветуй друзей. Кафе. Но мы даже не показываем, что еще, там. Да. Вот. А это из Петербурга. Из Петербурга, да. Рюмашечки. А-а-а. Для водочки. Да. Друзья, в следующий раз, кто приходит, несите водочку. Да. Вот, рюмашечки у нас уже есть. Ладно, ребята, давайте, езжайте хорошо. Так, давайте вас сгрутитесь втроем. Так. Значит, наши зрители, друзья, у вас викторина, ну, без приза, так, значит, ну, только ты лицом уже повернись. Значит, из этих троих детей двое близнецы. Да. Значит, и вот вопрос, кто же это? Двойняшки. Двойняшки. А в чем разница? Близнецы всегда одного пола и из одного разделяется. Да, однояйцовость присутствует. Короче, тут двое из троих двойняшки. Да. Значит, кто же это? И вот на этой высокой ноте, значит, мы с вами расстаемся. Пока.